check the toilet on the left? Did you check the toilet on the left? Okay, okay, you win. Ribbit, ribbit, I can't hold it. Last toilet with me, have me already sold it. In the rain or in the snow, I got the funky flow. But now, I really got to go. In the rain or in the snow, you got the funky flow. But now, you really gotta go. The toilet over there will bring you luck. So give up, I got no time to spare. The toilet over there will bring you luck. So give up, I got no time to spare. In the rain or in the snow, I got the funky flow. But now, I really got to go. In the rain or in the snow, you got the funky flow. But now, you really gotta go. The toilet over there will bring you luck. So give up, I got no time to spare. The toilet over there will bring you luck. So give up, I got no time to spare. Ah, I mean losing them. I'm out of here. Walk the walk, even if you can't just walk the talk. Ah, I got a call. I am a chicken from the kitchen, and I ain't kidding, although nothing is written. You are a chicken from the kitchen, and you ain't kidding, although nothing is written. Crack, break, fix the door, you know. I gotta go, so yes, open up, you know. Crack, break, fix the door, you know. I gotta go, so yes, open up, you know. I am a chicken from the kitchen, and I ain't kidding, although nothing is written. You are a chicken from the kitchen, and you ain't kidding, although nothing is written. Crack, break, fix the door, you know. I gotta go, so yes, open up, you know. Crack, break, fix the door, you know. I gotta go, so yes, open up, you know. It's all yours. It's me, Mario. Hello. Итак, всем доброе утро, ребят. Сегодня продолжаем прохождение Марио на 64 Nintendo. Вот, и вчера мы несколько звезд еще собрали, не помню, штучки 3, наверное. Вот, сегодня продолжаем. Примерно 2 часа у меня есть, так что... Почему бы, собственно, не побегать? Баузер, шалом, Баузер. Это намек как бы на, получается, принадлежность, расовую принадлежность Баузера. Он его троллит, типа говорит, шалом. Ладно, ребят, пока, в общем, все подходят, я тут сделаю небольшой... Ну, кое-что сделаю, в общем, небольшой перерывчик, пока за чайком схожу, а через пару минут начнем. Start to play.
Hi, Wagon. Привет, чудак. Sexy beast. Wow. Wow, that's nice. Thank you, Wagon. Have a nice day. Так, ну, 10 звезд — это, в принципе, нормальный прогресс, мне кажется. Хотя их там, конечно, в какой-то двери и 20 требуют, но я думаю, что это со временем. Окей, окей. Здорово, Инсайт. Спасибо за фоллоу, кстати, чувак. Добро пожаловать на мои стримы. Я тут в основном прохожу олдскульчик и... ну, очень редко иногда проскакивают какие-то там гитарные стримы или еще что-то типа того. Короче, non-game content. Поэтому особо сильно не пугайся, если вдруг увидишь что-то подобное. Так, давайте еще раз пройдем в подвал и там посмотрим наличие дверей. По-моему, где-то... гитарный олдскульчик, да-да-да. Угу. Не хочет он читать, он, короче, при нажатии на кнопку B погружается. Засранец такой. Я не знаю, что значит вообще вот это помещение. А, тут куча всяких табличек, которые подсказывают всякие фишечки, типа как запрыгнуть на стену, как оттолкнуться от нее и так далее. Мне кажется, что это просто... The boss are super shy. Буз? А, буз. Это те самые привидения, которые сзади тебя такие, типа, приближаются, когда ты отворачиваешься, а когда ты на них смотришь, то они... застенчиво закрывают глазки лапками. А, спасибо, Инсайт, спасибо. Вот, а, ну вот скажи, ведь приятно, да? А люди, которые стримят с хреновым микрофоном, я вообще на самом деле не понимаю, как... ну вот, допустим, ну много там людей, таких достаточно крутых стримеров, и они стримят с хреновыми микрофонами, и тем... Здорово, Найтрики. И тем не менее, имеют аудиторию. Мне вот это не совсем понятно, потому что посмотреть даже американских каких-нибудь стримеров... Вот, 30 звезд здесь нужно. Почти у всех Yeti, как минимум. Вот, у всех хороший звук, потому что... иначе нельзя у них. Слишком большая конкуренция в этом плане. Грибу. Зарядить с кулака. Слишком жестко было бы. Так, я вот забыл вот это помещение, совсем не помню. Забыл помещение и не помню, куда нужно идти. По-моему, вот здесь выходим. За 125 рублей микрофон, Рикки, вот. На самом деле, вообще дикое пожелание тебя поменять. Хотя бы, блин, за 1500 какой-нибудь взять. Да даже на самом деле можно... какой-нибудь китайский дешевый, но тоже более-менее конденсаторный. Так, а что здесь у нас? Здесь мы, по-моему, были уже. А, да-да-да-да-да, точно-точно. Озеро. А, и большая синяя звезда, да, которую мы не взяли, кстати. Интересно. А, тут кэп же, кэп, точно-точно, все, я вспомнил. Тут нужен Wing Cap, это такая шляпа, которая... кэпка, точнее, которая помогает Марио летать. О, нашел. Здесь я, по-моему, не был, кстати. Цельнометаллический Марио.
Work elevator. For those who get off here. Slide carefully. Так, и где это мы, получается, оказались? По-моему, я здесь и не был до этого. Тоже, кстати. Hazy Maze Entrance Black Hole Elevator 1, you are here. Вот еще одна звезда. Я не знаю, когда она открывается. Скорее всего, большая звезда открывается за определенное количество обычных звезд. Work elevator, danger, read instructions for all three. Элеватор двигается в направлении, которым активирована стрелка. Выше. Автоматический элеватор. Подъем начинается автоматически и preset course. Двигается по предустановленному курсу. И исчезает также автоматически. Правда, я не вижу еще ни одной кнопки, вот, которая помогла бы активировать что-то подобное. Hazy Maze Exit Danger. Пока закрыто. Ну ладно. Это еще что? Остерегайся странных облаков. Не вдыхай. Ого. If you feel faint, run for higher ground and fresh air. Укрытие, стрелка, entrance, exit. Ё-моё, что вообще? Насколько тут заморочили геймплей? Это же ужас. Так. You don't have even have to breathe while wearing it. Окей. Проблема в том, что ты не можешь плавать с ней, надев эту шляпу. Ну, давайте сходим, посмотрим. А, вот оно что. Все, понял. Это такое? Похоже на каких-то кротов. Блин, сколько тут всяких дверей. Это же... Можно запутаться так. Надо, мне кажется, впору рисовать уже какую-то схему, карту. Ага, все. Понятно. Это мы выскользнули, значит, от стороны, да? Давайте по периметру оббежим еще, посмотрим. Я вообще здесь ни разу не был, кстати. Я все в надежде найти этот выключатель таинственный. Тут все понятно. А, все, понял. Вот она, эта платформа. И с помощью нее мы можем двигаться. Ой-ой-ой, стой. Что происходит?
Что это? Мне требуется расстояние, чтобы взглянуть издалека. Блин. Так. Ну давайте еще раз посмотрим это помещение. Вот говорят про облака, так я их и не увидел на самом деле. Вау. А, вот оно что, все ясно. Эй. Ай-яй-яй-яй-яй. А, слушай, Инсайд, да не так давно на самом деле. 12 месяцев назад? Нет, это исключено. Стрим был максимум месяц первый назад. Просто я кучу игр еще на этот момент проходил. Вот, и что-то как-то он куда-то канул прям. А вообще игрушка прикольная, мне понравилась очень. Прям я просто в нее до этого вообще ни разу не играл. И вот прям решил проникнуться, посмотреть, что к чему. Мне только показалось... Эй, что это? А, это яма какая-то. Мне только показалось чересчур замороченным. Слишком. Ну хотя третий Марьева тоже как бы замороченный. Изрядно. О. Ну тут прям что-то совсем много всяких дверей. Ёлки. Так. Еще раз смотрим карту. Вода желтоватого цвета, но это типа серная вода какая-то там, ядовитая, непонятно. Хотя да. Зеленую, что ли, сделали бы. Так, а вот сюда я, по-моему, не ходил, кстати, да? Или ходил? По-моему, ходил. Да, как раз. Здорово, Белозист. Да вот решили тут поиграть с утреца. Привет, Стерк. Или Стерч, прости, чувак, не знаю, как правильно. Блин, надо понять суть этого элеватора, куда он вообще, по идее, нас должен вести, потому что, ну, как бы, к глазу это не есть цель, мне кажется. Или, может быть, вот туда? Да куда? Блин. Белозист. Ты меня отфаловил, что ли? И решил зафаловиться снова. А, значит, показалось, что я вчера в Сома переиграл под вечер, когда с тобой... Мы же смотрели уже один год. Возможно, да, наверное. Да, драйвер вчера был такой в тему.
А еще меня прикалывает, этот Бубангида такой поиграл минут 5-7. Не, чуваки, тут не как в GTA. Я не могу в это играть. Хренак выключил, короче, включил другую игру. Говорит, не, ну в GTA тут интереснее, а тут что-то совсем как скучно, я не могу больше играть. Извините, говорит. Короче, тут ничего нет, пойдемте отсюда. Чем мы здесь лазим вообще? Тратим время на какую-то фигню непонятную. Strange Cloud, Don't Inhale. Shelter, Entrance, Exit. Делать здесь нечего. А, ну вот настал тот момент, когда белозист на меня подписался. Смотрит уже хрен знает сколько и только сейчас подписался. Спасибо тебе большое. Ну потому что ты неадекватную какую-то фигню начинаешь нести, я так не люблю. Нужно, чтобы все было хорошо. Так, прыжок. И еще один. Эх. Так, ну как поступить-то, ребят? Еще раз попробовать преодолеть. Как бы... А, вон же выход-то. А я все пытаюсь наверх забраться. Все, валим отсюда. Не нравится мне это место. Какое-то оно злое. Да, это у него акт ностальгии такой был, я уверен. Очень молодой. Все хочется поиграть. Эх. В принципе, можно здесь... Ай-яй-яй. Так, ну понятно. В общем, эти блоки пока нам никак не разбить. А вот жизнь можно взять. А что здесь интересно? Так, надо, короче, подумать. Вон упоротый динозавр, кстати, который доставляет. А, вон еще одна звезда, ничего себе. Или это означает то, что мы ее взяли, типа синяя? Потому что я здесь вроде уже забирал. Ну точно забирал, потому что вот этого динозавра я помню. Его сложно забыть. Давай, чувак, правильно, сюда. Эй, подожди. Подожди. Не спеши. Бро, поворачивай. Эй. По-моему, я как-то на пушку ему забегал прям.
давай. Блин. Мне сейчас чуть-чуть вспомнился Рэймон прям с его корявым управлением второй. Блин, жалко не осталось записи прохождения второго Рэймона. Там такая попа-боль была, это ужас просто. Эти полеты, это просто жесть. О, кстати, а там ли не выключатель случаем? Надо попробовать на него сейчас прыгнуть головой, если получится. А, вот оно что. Все, я понял. Спасибо. Есть. Ну да, значит, синяя получается... Это... Та звезда, которую мы взяли уже. Да нет, это было просто давно очень инсайт, и... Где-то, наверное, года полтора назад, наверное, где-то. Вот, и уже не осталось ни записи, ничего, я тогда записи особо не сохранял. Здорово, Джонни Кей, доброе утро. Блин, потратили целый час просто так, блуждая в этом гребаном подземелье. Походу, здесь больше ничего нету. Да уж, без карты здесь можно точно заплутать. Ладно, пока покинем это помещение и пойдем посмотрим еще. Это получается подвал, да? И получается, что весь подвал, в принципе-то, у нас уже и изведан. Давайте посмотрим, что наверху. Сколько здесь звезд нужно? О, открылось. Круто. Раз и Баузер. Бла-ха-ха. Ой-ой-ой-ой-ой, куда это я? Мне что, интересно, а если попробовать перепрыгнуть? А, нет, не получится. Итак, кэпка. А кто знает, ребят, где находится кнопка Z на геймпаде у Nintendo 64? По-моему, на центральной панели, где-то вот прям вот в центре вроде-ка. Блин, может мне перебиндить кнопки, все самые основные поставить на центральную панель, а все развороты камер, повороты, виды и прочую хрень наверх туда куда-нибудь. Потому что прыжок на L2 и Z на R1 это слишком круто, по-моему. Привет, Бейзил Смит. Возможно, кстати. Ну, не знаю, вот... Она тут весьма важная, на самом деле, кнопка. Потому что она делает разбег. Так. Не знаю, что это было, но, в общем... Ауч. Очевидно, я здесь не был. Yeah.
Ай-яй-яй, блин. Ой, ну это я сам себе, короче, враг. Реально, сделал управление такое. Сначала R1, потом L2, надо не забыть. Это кнопка на консоли называется, ресет. Воу. Так. Еще раз. Каждый раз рандомно как-то вылетает и по-своему от тебя убегает. Вот можно направо. А, там жизнь, да? В общем-то, не помешает она нам. Эй, ну ё-моё, ну здесь такой микро прям вообще. Ну что ж за фигня? Ох, сложно рассчитать, сложно. Ну, в принципе, когда в Марио не было микров, на самом деле, всегда микропрыжки были. Начиная с самой, по-моему, ну, не с самой, но Супер Марио, которая World. Я так и не понял, что включает этот включатель, который с восклицательным знаком. Так, ну что, ребят, пойдем за жизнью или нет? Там на самом деле аж две жизни. Еще здесь что-то интересное. Давайте посмотрим, что же у нас здесь. А, там металл-кэпка. Ага, жизнь тоже жизнь. Неплохо. Здесь поосторожней, ибо вся суть подбирания жизни. Эй, ну вот... Ох, как мне не нравятся такие места. Ну что ты будешь делать? Это же подстава прям. Ударился в стену, и, в общем-то, все. Ты потерял контроль над персонажем. Он падает прям в пропасть.
Капка. Так, а если... Возможно, она отключает пламя, но не факт. А, нет, тут пламя работает. Что же она делает, интересно? И музыка такая при этом, как будто я проиграл. То есть какой-то челлендж был, по всей видимости, что-то надо было сделать. Только что не ясно. Ладно, налево я не пойду, ловить там нечего, поэтому сразу сюда. Блин. Прям вот, чтобы сделать вот этот прыжок с разбегу, нужно... такой тайминг прям сделать. Нажатий. Справляюсь как могу с управлением. Действительно жесткое. Так. И еще один прыжочек такой длинный. Воу. Мне вот интересно, на Nintendo 64 такой же стик чувствительный, или это все-таки издержки эмуляции? То есть тут прям такой зоны, где бы я мог спокойно шагать, практически и нету. У меня по-любому либо это бег, либо что-то вот такое непонятное. То есть прям такие маленькие зоны. А, нет, хотя вот нормально. Почему-то когда надо, он не срабатывает. Yeah.
Эх, жизнь упустил. Эй. Чуть-чуть позже нажимаешь прыжок, и все, и ты не прыгаешь, ты просто присаживаешься. Да... Еще раз. Я дойду до Баузера сегодня, как ни крути. Кстати, ребят, там на Good Game тоже есть плеер, если есть у кого аккаунт, прошу, будет очень здорово, если вы там апнете. Вот, и чатик тоже на Good Game подцеплен, поэтому те, кто сидят и смотрит, если есть такие там, пишите в чат, он тоже работает. Полегче. Кстати, на Nintendo 64 огромное множество таких 3D-шных же платформеров. Нужно будет как-нибудь, мне кажется, пройти Данки Конга, какого-нибудь Конкера надо будет пройти по-любому. Вот, надо еще будет... Какие-нибудь шутеры посмотреть, там тоже есть прикольные. Берем жизнь. Еще один выключатель. Вот в чем фишка. Выключатель делает лестницу. Все понятно. А, Марио, это персик. Пинч. Пожалуйста, будь осторожен. Баузер такой долбанутый. Он попытается сжечь тебя его ужасным пламенным дыханием. Обеги его вокруг и хватай его за хвост с помощью кнопки Б. Как только ты его схватишь, раскачай его вокруг... себя, типа по кругу. Great Circles. Здорово, Алекс ВС. Вращай правый контрольный стик. Быстрее, быстрее. Угу. Ну, мы это делали уже. To look around. Угу, понятно. Короче, нужно бросать Баузера в бомбы по четырем углам. Прицеливайся хорошо, нажимай Б опять, чтобы запустить Баузера. Удачи, Марио. Наша судьба в твоих руках. Да ёлки. Вон эти бомбы.
флаг Марио. Короче, принцессы здесь нет, ха-ха-ха. Давай, валяй. Попробуй ухватить меня за хвост. Короче, он сейчас превратится. А, он уже превратился, да, кстати? Раскручиваем. А, вот в эти бомбы, в колючие, все-все-все, понял. Ну, пламя у него достаточно жесткое, кстати. Ауч. Раскручиваем. Оу, не попал. Короче, пусть дядя подойдет поближе, а то так нереально прицелиться. Ему нужно 4, да, по-моему, удара. A bit careless. This is not as I have planned. Power stars, I still have pitch. А, что, один удар только ему нужен? Серьезно? Все, понял, в чем фишка. Мы его убивали уже, походу. И больше он нам не даст никаких звезд. Зато даст ключ какой-то. That's great. Да, конечно, засейвим. Ну и, собственно... Что? А что это за ключ тогда? Так, и вот здесь непонятно. 3 звезды. Давайте посмотрим, что у нас там. Взяли ли мы здесь 3 звезды? Вообще, на самом деле, непонятно такой момент. А чего же, интересно, от подвала, что ли, он нам дал ключ, получается, да? Давайте в эту дверку забежим, посмотрим, что здесь. Это все понятно. Самое-самое начало. А вот здесь, по-моему, мы как раз и не были. Давайте сюда сходим. Cap Blocks. Конечно, используем. Кстати, замечаю то, что вот старые игрушки, но это, в принципе, нормально. Грешат тем, что как-то не совсем правильно брифинг до тебя доходит намного позже, чем ты, допустим, уже имеешь дело с загадкой с какой-нибудь. Так, названия звезд также являются подсказками для того, чтобы их найти. Они отображаются в начале каждого курса. Ты собираешь звезды в любом порядке. Так. Ты не найдешь некоторые звезды, врагов или предметы до тех пор, пока ты не соберешь специфическую звезду.
Так, после того, как ты соберешь несколько звезд, ты сможешь попробовать другой курс. Мы все ждем твоей помощи, Марио. Спасибо за исчерпывающую информацию, бро. Пока. Вот хоть убей, столько прошло уже времени, я не помню, были мы здесь или нет. Нет, походу, не были. Привет, РНТ, сломался? Да какая-то фигня опять. Сейчас. Спасибо, что сказал. Он сегодня ломался уже, кстати. Негодяй такой. Так, ну давайте посмотрим. А, здесь мы были уже, здесь мы были. И, кстати... Я не знаю, РНТ, попробуй подождать, либо изменить именно на старый чатик. В настройках чата там галочку убрать с чата FunStreams, иногда будет тебе счастье. Это жизнь вроде. А, просто монетки. Кстати, Марио имеет неограниченный запас воздуха в легких. Непонятно, как ему это удается. Но мы можем вот насладиться прелестями морскими. Ух ты! Затонувший корабль, круто. Так, интересное местечко на самом деле. Что-то она пока недоступна. И, кстати, нифига не ограниченный. Ай-яй-яй, всплываем, всплываем. Кончается, кончается кислород, кончается. Бегом, 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 бегом. Нифига себе, я думал, как в классических частях. А нет. Фью. О, заработал. Заработал СК-2. РНТ, вот у меня заработал, смотри, сейчас тебе. Вот, заработал. Топ-1, нифига себе. Это мне вчера кто-то вечером задонатил. Я сижу себе, никого не трогаю, и тут вдруг раздается оповещение о том, что... Кстати, из Марио тоже. И именно поэтому топ. А так бы сейчас там хэр-камень был бы какой-нибудь наверняка. Это ненадолго, кстати. Так, что здесь интересного? А, помню, помню. Помню, помню, но бессмысленно. Хотя, возможно, нужно собрать все красные монеты именно на этом курсе. Не уверен, но походу там. Plunder in the sunken ship. Окей. Значит, это находится на дне. Так, а днище у нас, по-моему, где-то... Где-то здесь. Угу. Сейчас я подплыву к этому месту, тогда возьму побольше кислорода. И go. С-
Слушайте, а это не то место, нифига. Блин, а, вот, нашел. Что это? Что это за рожа? Мегера, или как ее зовут? Химера. Keep out, that means you. А, так, любой, кто войдет без разрешения в эту пещеру, постигнет ужасная катастрофа. Фига ты злой парень. Мурена, Мурена, точно. Ух ты. Тоже неплохо. Ай-яй-яй-яй-яй. Камера мешает. На самом деле уровень кислорода на самом деле был не что иное, как вот просто лайфбар, который постепенно кончается. Ящики. Ну как не выводит, Джонни Кей? Ну почему не выводит-то? Доброе утро, Катрин. Смотри, вот еще раз пишу. У меня все выводит, не знаю, все работает. Что же это за ящики такие, что они значит? Ахой. I have sunken treasure here, I do. You must open the in the right order. Mm-hmm. Так, в правильном порядке. Блин, ну хоть какой-то прогресс за сегодня, это меня радует. Все, здесь она единственная, походу, была, и мы ее взяли. Да, сейвим. Здесь что такое интересное? Воу! Необычно. Люблю такие секреты. А, кстати, вполне реально то, что вот эта синяя звезда станет доступна только когда мы соберем в этой локации все красные монетки. По-моему, так объясняли в начале игры, если мне память не изменяет.
реальности. Они тут как бы не просто так, по всей видимости. Так, а он не может быстрее, да, плыть? Только так? Четвертое. Седьмая. Интересно, сколько их здесь всего? Так, надо окинуть взором. Вот еще одна. Есть. Good. Да, ну, в принципе, теперь все понятно. Значит, и в подземелье в том тоже та самая фишка. Нужно собрать все звезды, все красные монеты, чтобы дали звезду. Игра. Я смотрю, народу достаточно много, но все сидят, молчат. Либо все собираются на работу, либо на учебу, куда там. Так, так, так. Куда бы еще пойти пособирать звезды? Нам нужно 20, да, получается, здесь? По-моему. О. Сосок Адольфа, это что такое? Так. Или еще раз в подвал сходить. Посмотреть, что в подвале. Мы там тоже, по-моему, пропустили очень много звезд. Воу. Бу. Я на самом деле говорю то, что надо было просто поменять. Фан-стримс еще что-то не очень как-то. 30 старс. Нифига себе, очень много. Это еще не скоро нам понадобится. Дверка, поэтому надо про нее помнить, но при этом поиски в другой стороне продолжать. Вот тут тоже. То есть получается в каждой комнате, по сути, где есть монеты красные, есть несколько звезд. Что там такое? Да, тестовый стрим с работы не удался, Кадрин. Но он как бы получился, там нормальный интернет. Я в группе ВКонтактике там выложил информацию, там 5 миллисекунд, здорово, Винарлин, 5 миллисекунд пинг, ну, в зависимости там от, я так понимаю, загруженности, от 5 до 20. Вот, и 30
мегабит на upload и также на скачку. Ну, в принципе, достаточно для того, чтобы какие-нибудь олдскульные неграфонистые игрушки время от времени постримливать. Я не знаю, я вчера пытался постримить более-менее графонистый DuckTales ремастер. В общем-то, получилось, но какая-то фигня именно с этим была. С интернетом вчера, и он как бы через... Ах, ёлки, пукан, подгорел. Через раз как-то вчера работал, стрим отрубался очень много раз, но в целом было норм, вроде как. Оуч. Стой, изи. И, кстати, полет управляемый, хочу заметить. Так, и красных тут нету, да, значит? Оуч. Раз, два. Ух. А что здесь? А, тут жизнь. Эй! Ладно, короче, сюда не нужно было ходить, ничего здесь интересного. Сваливаем. А вообще все отлично там, просто супер. Если туда удастся так сделать, чтобы более-менее стабильный интернет подвести, то у меня там время будет предостаточно. Здорово, Анкомар. Чтобы заниматься стримцами. Так что, кто его знает. Пока, конечно, не хочу загадывать, но как бы все к тому идет. Ладно, выходим отсюда. А вот, кстати, здесь что? А, здесь те два блока, да, которые мы в воду опустили, типа. Прикупи йоту и стрим, что хочешь. Ты думаешь, получится? Да, на самом деле, без проблем. Я просто сомневаюсь в том, что она будет там брать. Она какая-то вообще унылая по связи. Я вот на даче пробовал ее там с ребятами. Один чувак привозил. Вот, но у нее дача расположена чуть выше, чем наша. И получается так, что он на возвышенности как бы находится. И у нее нормально берет. Вот, а у меня прям буквально склон такой. И несколько деревьев загораживают все это дело. И, короче, не вариант. Вот, а за бетонными стенами так уж тем более, походу. А что здесь, кстати, интересно? Йотка на телефоне выдает 13,5. Прикольно. Слушай, надо попробовать на самом деле. Почему нет? Чтоб не пользовать казенный интернет. Рабочий. Так, а здесь у нас, по-моему, кстати, получается... Ой-ой-ой. Да. Кто-то меня вчера спрашивал, в чем суть этого левела. Вот хочу сказать, ребят, то, что суть, скорее всего, в том, чтобы собрать все красные монеты. Тут, в принципе... Походу, можно собрать... Можно собрать еще одну звезду. Эй, чуть-чуть не долет. Эй-яй-яй-яй-яй. Короче, еще и на время. Нет, тут надо овладеть техникой полета на шапке. И уж только потом сюда приходить. Так, а чего же дал нам ключ Баузер, получается? От подвала, наверное, да?
Пойдемте тогда зачищать каждый левел. То есть, если еще мы, в принципе... могу предложить прикупить Wi-Fi граббер и нормальную антенку. Да это на самом деле все извращение, Валентин. Все будет, надо просто немножко подождать и... Все, мне кажется, само наладится. Сама студия для стрима там просто организуется. Так, собираем, значит, все красные монеты. По-моему, кстати, вот где-где... А, нет. Вот же она, эта звезда. Хотел сказать, что где-где, а здесь мы, походу, прошли. Если бы я вот так по кругу забрал бы монетки, оттуда выскочила бы жизнь. Ну, возможно, да, возможно, стоит заморочиться. Вот, вот она. Воу. Мама мия. Let's go. Ауч. Какой он. Так. Вон вижу монетки уже. Что здесь? Nettle. Here. Mm-hmm. Цветочек спит, мы его, чтобы не беспокоить, так кругом обойдем. Боком-боком. Воу. Эй! А, вон, кстати, еще одна монетка. Слушайте, ну здесь прям можно так и взять, по всей видимости. Да, сейчас. А, нифига себе, то есть можно вот так вот было обойти, круто. Так, надо было в центр вставать сейчас еще разок. Не люблю в таких местах спешить, потому что приходится переигрывать, поэтому лучше пропустить, если не уверен. А, блин. Нажал вид от первого лица и не успел. Thank you.
Да, камера ущербная, но это, знаешь, Nintendo 64 же. Ух ты. Офигеть, матрас упал для меня. Что пишут? Ну, это все понятно. Ага, платформа обзора. Нажми кнопку R. Так. А вот здесь что? Ага, все понял. Ох, елки-палки, опять все заново. Да, жестокий левел, на самом деле, если собирать все звезды. Ушел в Зельду. Зельда интереснее. Не, ну она немножко другая, ну, суть та же. Да, есть такое. Я тоже, когда первый раз играл, я заблудился и что-то забил мне вообще. В принципе, вполне себе, может быть. Эй, я железный, я должен сейчас, на самом деле, издавать очень сильные звуки. Ух ты. А, он задамагался. Ясно. Так, а что по поводу вот этого... Там был еще одна ниша такая, балкончик там был такой. Может быть, стоит туда попасть? Эй! Черт побери. Вот, надо пользоваться моментом. Ай-яй-яй. И убивать сейчас... Спящие цветы прямо вот-вот-вот-вот так. Брать и убивать. Ух ты, круто. А, жизнь, 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 жизнь. Так, нужна была, и не успел. Вообще, я подозреваю, что игра чересчур длинная. Скорее всего... А, эту мы не взяли, да? Скорее всего, уйдет очень много времени на ее прохождение. Поэтому я не буду ее проходить, как сказать, единым таким прохождением. Просто буду время от времени поигрывать. Да елки-палки, да что ты будешь делать-то, блин?
повернись ты. К этому надо привыкать, реально. Хотя для обладателя Nintendo 64, я думаю, тут ничего необычного нет в управлении. Привет, Лакося. Вот, вот там есть небольшая платформа, только как на нее забраться, я пока не знаю. Оставим ее. Эй, повернись. Так. Ой-ой-ой. А, вон они, красные монетки, все вижу. Ауч. Фух. А, вон куда, все вижу. Ну повернись, ты тишкин пистолет. Да что ж такое-то? Ой-ой-ой-ой-ой. Так, что у нас там со временем? Осталось 5-7 минут буквально. И надо будет сматывать удочки. Марио, я проходил его вне стрима, Винарлин. Я когда покупал Nintendo, Super Nintendo, там был картридж Super Mario World. И я его прошел на ней. А, кстати, подводный левел с ракушками, блин, мы же их не изведали вообще. Там почти в каждой ракушке имеется монетка красная. Надо это тоже во внимание принять, и тогда уже на следующем стриме. Хью. Да, конечно, хотелось бы еще постримить, но, к сожалению, надо убегать. Спасибо всем, кто смотрел. Теперь стримы, в общем-то, идут с утра, с 8 до вот половины 10, полтора часика. И сегодня, надеюсь, вечером... И сегодня, надеюсь, вечером еще... стримить часов примерно в 10, в 11. В общем, подписывайтесь на группу ВКонтактике, там все-все-все анонсы вывешиваются заранее, и если намечается стрим, то я туда выкладываю в первую очередь информацию о стриме. Вот, всем еще раз спасибо, хорошего дня и пока-пока. Start to play.